Когда мы работаем над техникой яйцюцу, мы работаем от бункая, как вот в кумите. В кумите простот, кто выигрывает. Понимаете, а хвата простот, кто делает правильнее, чище технику. Вот здесь мы делаем так, как мы делаем в классических ката. Нам нужно отшлифовать правильную форму. Потому что речку можно есть с двух сторон. В яйцюцу от бункая работают, а в яйду от формы. Помните, вот на одном из предыдущих курсов я вам рассказывал, да? Что у нас? Ката, вадза, джитсу, до. Помните вот эту схему? Ката, вадза, джитсу, до. Вот можно идти с ката, а можно идти, вот мы идем с до. Вот сейчас мы идем с до. В принципе, то, что в яйдзюцу не поощряется. Но это тоже одна из форм. То есть не надо себя ограничивать. Потому что, например, многие люди, кто занимался сите и ката, например, в дзен ниппон айдо ранме, там категорически запрещается дзен ниппон кендо ранме. Запрещается рубить вару, то есть заниматься тамасигири, тамасивари. Все категорически запрещено. Да, многие приходят без нашел, без всего в чужой зал, только не говорите, не снимайте, что я у вас был, что я рубил татами. Меня сразу из организации выгонят. Нельзя делать кензюцу, то есть нельзя работать в паре, нельзя делать кумитача. И хэнкавадза запрещены вообще под страхом смерти. То есть мы выходим в сатори только через что? Через многократную шлифовку техники. То есть как вот говорили, ты что делаешь? Я шлифую камень. Зачем? Там, я медитирую, чтобы стать Буддой, да? А можно ли шлифую камень, сделать из него зеркало? А можно ли медитирую стать Буддой? Да? То есть, но это два пути. И вот мы сейчас с вами, изучая тоха, бункаю, берем вторую сторону, то есть с другой стороны. Понимаете, туннеля. Идем к одному и тому же центру. От формы. И поэтому при контроле вы следите за правильностью формы. Окей. Весь раздел.